До Япона? Да, давайте до Япона, чтобы интересно было. Четыре минуты. Вы до Япона, а вы нет. Или до Япона тоже? Тоже, да? Хорошо. Схватки до Япона. Приготовились. Время. Сашика, ты чуть-чуть отойди, чтобы было место бороться. Можешь прямо в стенку сюда подойти и встать. Да. Ставь удержание, Саша. Читай вслух. Ушел. Мате, стойко. Саш, Андрюша, не ругайся. Душить надо, Артур, в таких случаях. Души. Мате, стойко. Но не расслабляйся, видишь, он может повернуться тоже, поэтому... Буток шеда за неведение борьбы. До конца! Так, все. Покачали? Хорошо? Получилось. Все, домой. Домой? Да. Стоп! Матея! Андрей! Ну что это? Как ты нас судил? Так, Саша, уйди, я буду там судить. Аджеры! Я там не заметил, поэтому ничего не могу сказать. Не надо это самое, бояться сами. Покачался? Домой. До конца. В Азаре. Асайкоми. Япон, да? Нет, он на 4 секунды. Ага, он специально, да? Япон! Встали, поклонились. Буток шида. Второе. В Азаре. Сырву. Артур, всегда держи захват. Вот ты привыкаешь в этом отработке. Шендри, домой. Привыкаешь к отработке не держать захват. И привычка. А сейчас бы держал захват, нормально бы упал. Так, Вискон, я тебя убью, скотина. Почему ты падаешь? Видишь, травмировал, блин? Сейчас все выйдите втроем. Матея, Сора Матея, время, 7-0 Сербу, вы отдыхаете, через 4 минуты борешься с Вискуном. Так, вы, пожалуйста, вышли, раз пара, два пара, три два пара. Вы под дзюдо, да? Саша, вы сюда, Сашенька, вы сюда, вы большие, Коленька, вы туда.
Ноль. Приготовились? Так, есть ноль. Так, я могу не увидеть, я буду за всеми следить, смотреть. Хаджиме! Каталин Шида за выход за ковер. Первая. Андрей в стойку. Коля в стойку. Как рука? Нормально. Нормально, да? Более Миша Шида за неведение прибы первая. Каталин Шида второе за неведение борьбы. Бросай! Бом! Да. Каталин. Встали, поклонились. Все, Каталин и Пон. Приготовься, сейчас отдохнешь, еще отдохнешь, а потом будешь бороться одну с ней, одни с ним. Одним с ним, а я не дам. Хорошо, боролся, молодец. Но! А что ж ты до конца? До конца! Держать! А с Коми? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Гриска и Пон. Встали, поклонились. До конца, Миша! Нету! Делай удержание, Саня! Ногу вытаскивай. Делай болевой на руку, как против ножа. Против ножа! Миша, Саша, стойку! Да, слушали. Да. Ага, да, ой, спасибо тебе, Голубич. Да. Понедельник, я все показал, понедельник все будет на месте уже. Да он у всех мучает. Правильно, я, это правильно. Я все, для тебя я все сделал, сейчас еще осталось. Правильно. Я ему, да-да. Я ему все показал. Там только печать директора списаться должен, печать врача. И все. Все будет. Да. Да, то там. Да. Да, скажи, ты скажи, что мне сдал и все. Хорошо, Леш. Ага, у вас спасибо большое. Да. Ай, Оля, просто что они, а нет, не в регламенте, они раньше присылают. Сейчас иду с ним. Эй, пацаны, Миша, Миша, быстренько встали, стоп, Мате. Мате, стоп, я поговорю. Там смотри, они присылают, не-не, там они отдельно присылают, на стартовый, а нет-нет, они отдельно 4 раза уже присылают, и все время, не-нет, Алеша, Алеш, я раньше платил, я просто свои деньги ставил. Хорошо, все, счастливо, да, да, ага, хорошо, спасибо большое, все, счастливо. Так, это старший тренер женской сборной. Да. Так, оценки были? Нет. Значит, вы переходите, остаетесь, вон туда переходите. Да, вот сюда переходите. Вот сюда. Так, Буток, Вискон, прошу. Буток, Вискон. Андрюша, можешь посудить?
Посуди там, пожалуйста. Я здесь посуду. Миша и Саша, у вас Golden Score. Доброска. Шида у Саши 2 и у тебя 2. Кто третья шида получает, тоже проигрывает. Внимание. Время. Хаджимен. Тихо, не шуметь. Боремся, боремся, боремся. Бутылку не разговаривай, бороться надо. Это Мазарик был? Нет. Это он ушел в партер без приема. Показываешь ему шида. Это выведение, то есть стягивание в партер. Вставай, шида. И показываешь ему вот так. Раз, два. Шида, первое. Ну! Подсечкой! А вы видели, что можно подсекнуть было изнутри? Отжимаем. Первая атака, Саша. Ну, да, да. Матей! До конца надо было додавить. Две атаки уже, Саш. Хаджимен. Еще одна будет реальная атака, получишь шину. Скрутить, Миша, скрутить его в сторону правой руки. Скрути, нагрузи его. Правой рукой. Право, потом влево бросок. Выше еще. Скрутить. Плечо вниз надо. Так. Бутук второе шили. Вискун первое. Не борешься, Влад. Не борешься. Ну, до конца. Матей! Судья говорит, вот вы боретесь, стали, боремся. Хаджимен. Этот, Катерин, не надо, там надо взять, заклеить мне. Ну давайте, давайте, бороться, бороться, Миша, Саша. Рисковать надо, так? 4 минуты, 8 минут, до конца! Поздно, очень долго. А так бы могло быть в Азаре. Держи его. Держи. Аса и Коми. Так, здесь встали, заправили кимоно. Здесь встали, заправили кимоно. За ковром. Так. Саша, тебе шида за неведение борьбы. Миша выиграл. Поклонились ушли. Вот и... Дослушаем. Шидо, 2-2. Бескунуван не слушает судью, я уже второй раз слушаю. Два, он вставать не хотел, уже второй раз. Два раза, значит, 2-2. Хаджимен! Сейчас отдыхайте, готовьтесь, сейчас выйдите. Ну, надо с колен было делать. А в левую сторону? Нет, не заклад менять, не нас. Мате? Мате, я вижу. Заправились. Потому что стоишь на прямых ногах. Ноги прямые, поэтому... Как он сортил в колено, блин. Правильно, стоишь на прямых ногах, как бы уже убежал давно. 7-0 без судьбы. За что? У него в Азаре был. Было в Азаре? Даже если не было, ты опять делаешь движение, ты стягиваешь и не делаешь бросок. Тебе третья шида, поклонились, ушли. Следующие три пары. Так, Артур более сюда. Давайте я зачкну, можно? На первое место.
Нет, нет, нет. Сейчас ты будешь бороться с Бутуком еще раз. Артур сюда и Саша сюда. Миша, посмотри там, пожалуйста. А я с кем тогда буду? С моим. Так, Андрей, я тебя прошу. Здесь тренировка, здесь лицей. Здесь такие вещи нельзя делать. Это ты можешь в компании, где-то на улице. Денис, посуди, пожалуйста, малышей. Приготовились? Да. Еще раз. Ты залез, начал бросать. Макс, начал бросать, не получилось. И стоишь, ждешь, ждешь, тебя перевернули, удержали. Ну так убери руку и все. Готовы? Здесь я смотрю. Джой! Артур, он уже полторы схватки провел. Значит, надо с ним разобраться и все. Бросай, бросай, бросай! И пон! Ну что? Вся спина. Красавчик Каталин, и пон. Идите отдыхайте. Если Каталин хочет, может еще побороться. Не хочет. До конца держать. Артур, ногу убирай, держать. Руку. На болевой сесть, на болевой душающий. Переворачивайся вместе с ним. Стоп, Мате. Ты под дзюдо скрестил и выпрямил. По греплингу джиу-джитсу да, под дзюдо нельзя. Давай, 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 крути его! Ну вот, что сам он упал! Толкай нас в бок и держать! Ноги, ноги одень! Ноги одень! Держи, Коля! Раз, два, три, и пон. До конца держать не надо, и пон, он даже двигаться не может. Встали, заправились. А там что у него случилось? Он себе Значит, Макс, зашел назад, молодец. Но, Макс, ты взял руками, и вот я перевернул. Сначала ногами, а руки должны или здесь держать, или пояс. Ноги запустил, а потом уже руки. И не сверху, а снизу. И пон, поклонились, ушли. Так, на ковер приглашается. Сербо Бутук. Сербо Бутук. Вискун судит. Артур, перейдите с Сашей. Саша, ты живой? Сможешь бороться, нет? Да, ну хорошо. Миш, выходи ты тогда. Готовы? Денис, смотришь, да? Да. Пожалуйста, не разговаривайте. Когда вы разговариваете, не боретесь, поздно начинаете. Здесь я посмотрю. Джек! Время! Не разговаривай, Артур. Вышел, брось, выиграй, поговори. Две встречи уже Бутук проиграл. Да. Ну, в Азаре нет. А с Сайкоми? А с Сайкоми есть. Переворачивай. В одну сторону, потом в другую. За туловище двумя руками. И толкаю. Сначала в ту сторону, потом в ту. Мате? Да. Давай. Если 16, это в Азаре. Да, за 10. 16 в Азаре, да. Молодец, ушел. Через грудь не делай, он высокий. Уже в Азаре проигрываешь. Пон! Мате, ты смеешься, да ты
немножко по-другому. Проигрываем, проигрываем вот тут. Активнее, активнее, разбив, не обязательно броски, срыв захвата. Дернуть, показать. Контратаку сделаем. Вот, вот через плечо до конца. Дыши. На удержание. Держать. Сразу сбоку перед. Или ногами держи. Ногами ногу держи. Ногами держи ногу. А потом сбоку перешел. Вот сейчас вот так или держи, или сбоку перейдешь. 10, 11, 15 и 6, 13. Ноги выпрями потом. Ноги выпрями. Да все, уже два базари. А, базари, да, два базари. Выиграл. Сырбу выиграл. Молодец, умница. Бутук, готовься, сейчас пойдешь с Денисом. Нет, Бутук отдохнет, пойдет к Сырбу Денис. Так, на ковер, пожалуйста, приглашаются. Вы, пожалуйста, вы, Николай, где он? Так, и Артур. Артур Боля. Сашуня, сможешь бороться? Сашенька. А, нет, Артурчик, вы сюда перейдите, ну что вы большие, Коля, а ты туда. Ну что, вы так остаетесь, не будете меняться? Не будет. Да, ты хочешь ему отомстить? Правильно, молодец. Якобы тоже надо. Он тебя не чувствует, он все время упадает. Красавец. Посмотри внимательно, берешь сверху захват, получаешь через грудь. Рука должна быть. Иди сюда ко мне. Вот, вот твоя рука. Вот она где должна быть. Тогда он тебе ничего не сделает. Если берешь отсюда, значит обязательно через грудь получишь. Я спрошу. Ну, Даник, давай. Вот надо было его сразу толкать на спину и держать, Макс. Готовит. Опять. Вазари Андрей. Держать. Асайкоми. Ушел, да? Красавчик. Но Вазари есть у Андрея. Коля. Кипон. Молодец, Макс. Молодец. Красавец, все поклонились, ушли.